Всем привет! Давно не снимал я обзоры на проекты, в которых участвую. Сейчас вкратце пробегусь о том, что я здесь делаю, и потом покажу все свои проекты и достижения. Итак, все очень просто. Каждый час даются монеты в каждом проекте, и на эти монеты можно играть, повышая свой уровень. На данный момент я на уровне Silver, и на Лайтпике мне приходит 3000 сатоши лайткоина. Следующий уровень Gold. То есть вот от уровня Stone я двигался, получая монеты, играя в игры. Чаще всего я играю вот таким вот способом. Ну, то есть само достижение, да, вот чем выше уровень, тем больше монет каждый час вы получаете. То есть конечная мастер 0.02 монеты лайткоина каждый час. А на сегодняшний день это... Так, 1 это 66 долларов, да? Доллар 20. Каждый час будет приходить. Ну, поскольку цена монеты плавает, возможно, это будет больше, возможно, немножко меньше. Но, тем не менее, двигаюсь я на бесплатке. Собираю монеты. Можно час, два, три, день собирать. И потом уже, в принципе, играть в игрушки. Играю исключительно в кубики Dice. И вот таким вот нехитрым способом выставляю примерно вот так. Так, 8.32 пусть будет. Ставлю на автомат. Так, нет, не стратегия, автомат. Пусть будет 170%. И вот таким вот образом... Как бы добываются монеты, но самое главное, пробивается уровень. То есть каждая ставка плюсуется. Сейчас на плюсе остановлю. Да, и соответственно, вот 382, да, только что 3 было. И соответственно, прибавляется к вейджеру. То есть вот сюда, когда у меня будет вейджер 20 лайткоина, соответственно, я перейду на уровень Gold. На Light King у меня уровень, секундочку, бронза. Двигаюсь я к сильверу, 43% пройдено. Тоже очень неплохо двигаюсь, все нормально. В принципе, можно двигаться по той же самой схеме. 2400 монет у меня есть. Выставляю примерно так же. Ставочку можно, не знаю, ну попробую сейчас пожирнее поставить. Ну и, соответственно, выставлю. На трешке можно, ну, 3000. На трешке можно остановиться. То же самое, отрабатывается вейджер. Прибавляется к общему вейджеру каждая ставка. Каждые 128 прибавляется. И, соответственно, таким образом увеличится количество ставок. И я двигаюсь к следующему уровню. Ну, бронза как бы тоже нормально. Сильвер будет поинтереснее. Будет приходить уже здесь 4000, будет приходить 15000 монет каждый час. BNB. На BNB 98% до бронзы. Я думаю, за пару дней, ну, наверное, на следующей неделе буду снимать обзор. Здесь уже будет бронза. Соответственно, приходить будет уже 300 монет каждый час. Двигаюсь к голду. Очень хочется поскорее добраться до него. Солана. 99% выполнено. Уровень бронза будет приходить 20 тысяч. Когда достигаешь уровня, во-первых, дают 10 бонусных вращений. По достижению каждого уровня можно их открутить. И можно выиграть очень даже неплохие деньги. Ну, максимум я на... третьим попадал. Вот. Ну, пока, в общем, как бы вот так. Тоже надеюсь, что на следующей неделе уже буду снимать обзоры с уровнем бронза. Мало того, что получу уровень бронза, 10 бесплатных вращений, и на 2 дня получу X2. То есть собирать буду двое суток, не по 20 тысяч сатоши Соланы, а по 40. То есть за 10 часов 400 тысяч, как бы очень даже неплохо. За 2 дня 1800. И, соответственно,
Точно таким же способом в кубиках выставляю автомат. На компьютере это делать удобно, потому что можно сразу несколько окон открыть и запустить все это автоматически, чтобы не следить за каждым окном в отдельности. Все это будет происходить на одном экране. Так, как бы это все вставить сюда? Вот так. Ну, на Dogecoin у меня поинтереснее. Я уже в полушаге от уровня Gold. Будет приходить уже 0.065 Doge. А это очень даже хорошо. Потому что даже на уровне Silver я уже выводил выигрыш. То есть выиграть будет полегче. То есть вот я выводил 7.75. Достигнув уровня Gold, будет выводить полегче. Не знаю, за следующую неделю смогу это сделать или нет. На бесплатке это достаточно сложно делать. Но делается все по тому же принципу. Вот, допустим, 81-81, да, 1 здесь. Те же самые дайсы, кубики. Ну, на 15, конечно, это достаточно сложно делать. Ставлю автомат, выставляю позицию вот таким вот образом. 100%, 170. И поехали. Все, как видно, монеты прибавляются. Вот 1,5 миллиона было, да. Особо не обращаю внимания на то, что баланс становится меньше. Самое главное — это вейджер по ставкам. Вот что самое важное здесь отбивать. Еще один плюс Dogecoin в том, что если вы пополните баланс в Doge на... Сейчас я отобью вот эту последнюю ставку. На 15 Dogecoin, то вы сразу получаете уровень бронза. Сразу начнете с уровня бронза, если пополните на 15 Dogecoin. Но я пополняю через Payr. Payr пополнить через обменники с любой стороны абсолютно никаких проблем. То есть там лимиты, по-моему, от 8 долларов. Можно пополнить Payr кошелек через обменники. Кому интересно, ссылка на обменник BestChange будет в описании. В общем, до Gold осталось немного. Как, в принципе, и на Троне. На Троне я тоже двигаюсь к Gold уже. Здесь, конечно, чуть-чуть поболее нужно накрутить. 50 тысяч. У меня всего лишь 13, ну, практически 14 тысяч монет. Двигаюсь. Все это на бесплатке. Никаких пополнений нет. Конечно же, если в каждой из игре вы пополнитесь долларов на 10, то уровни вы пробьете гораздо быстрее. И, соответственно, гораздо быстрее будете получать каждый час по 1, 5, а то и 30 монет трона. Вывод занимает около получаса. Сейчас вот посмотрим на троне. На троне я достаточно часто выводил. 500 монет, 503, 145, 30, 15, 15. Вывод занимает около получаса. Так что никаких сложностей с этим нет. Кому интересны проекты, участвуйте, присоединяйтесь. Их вы сможете найти также в описании. На сайте каждый может. Вот все эти проекты. Переходите, регистрируйтесь. Я их добавляю себе в телефоне на главный экран, чтобы было удобно собирать монеты каждый час. И вот таким вот образом продвигаюсь к пассивному заработку. Все просто. Никаких скрытых моментов. Все достаточно честно и прозрачно. Так что пользуйтесь. Всем своим партнерам помогаю в развитии. Со стратегиями помогаю. То есть, если вы мой реферал, обращайтесь. Я вам обязательно подскажу, расскажу, как все работает. Также, если вы мой реферал, пишите мне. Я сделаю вам, ну, что-то похожее на такой вот сайт. Ну, или то, какой вы захотите. По вашему желанию, с вашими реферальными ссылками. Мне очень выгодно, если вы будете привлекать себе партнеров. Потому что весь ваш оборот будет отображаться на моей прибыли. Потому что здесь я буду получать от рефералов 50% от сбора кранов и 0,4% от вейджера. Так что здесь помогать рефералам очень даже нужно и выгодно. Всем, кому интересно было, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, задавайте свои вопросы. Помогу, подскажу, что здесь и как. Вложений не нужно.